Первый канал Евразия представляет. Они уже достигли серьезных высот в проекте. Но учебный центр — это время тревог и потерь. Кто-то упадет с этой высоты. Я не знаю, честно, я не знаю, почему. А кому-то суждено подняться еще выше. Сейчас их 60. Но сегодня для каждого из них наступит час правды. В полуфинал пройдут всего 18. Вот этот нам глазки еще строит. Помнишь, да, там рвашечку задирал. До свидания. Каждую субботу в 20:00 на Первом канале Евразия. X-Factor. Новый. Второй сезон. Я хочу петь. Я хочу петь на сцене. Просто. Мне не надо 5 миллионов даже. Информационный партнер «Русское радио Азия».